Еще такие. Отлично. Еще имя. Дейрдрифул. Еще одна валькирия. Это не совпадение. Но кто вырезал их на светильниках Тюра?
Я готов! Там внизу. Иди в области! А вы двое грозная сила!
дома! Сразись со мной, громовержец! Боги глухи к твоим воплям, дух. Зря глотку дерешь. Не смейся над моей жаждой мести. Моя семья поклонялась Тору, а я решил его погубить. И я начну со статуи, что стоит над могилой моего отца. Не выйдет. Ты мертв. А мы можем тебе помочь? Конечно, не бесплатно. Повали эту статую, и я разрешу тебе порыться в могиле отца. Он упокоился на одном острове к востоку отсюда. За что ты ненавидишь Тора? После смерти отца мать поставила статую, чтобы она охраняла могилу. Представь себе наше удивление, когда сам Тор явился с соболезнованиями. Поначалу мы радовались, но он злоупотребил нашим гостеприимством. Мать умоляла его уйти, но Тор в пьяном кураже убил ее. У меня не осталось ничего, кроме горя. А потом я утратил его. И его заменил гнев. Я сочувствую. Идем. Нужно уничтожить статую. Отец похоронен на острове к востоку отсюда. Не спутайте статую Тора моей матери с уродством, которое стоит на юге. Смотри. Слушаюсь. Еще одна карта сокровищ. Yeah!
Еще одна для коллекции. Все. Чью мать убил Тор? А что? Запомни его историю. Жизнь людей ничего не значит для богов. Знаю, отец. Знаешь. А понимаешь ли? Да.
Хорошо. Можно причалить здесь. Внизу что-то есть.
Здесь должна быть башня, ведущая в Йотунхейм. Но у меня странное чувство. Без сомнения, это связано с какой-то странной магией. И могу смело предположить, что ты эту магию чувствуешь. Можно причалить здесь.
Готовься! Сзади!
Осторожно, сзади! Ну? Что ну? Жаровня. Как хочешь. Смотри. Квейкья. Справа! Сильные враги. Отлично. Кто бы мог подумать, что... Еще одна карта.
чего тебе надо? Поблагодарить вас. Жнецы утопили меня много лет назад, и мне хотелось, чтобы они получили по заслугам. Ты погиб после наводнения? Да. Я пришел на озеро, чтобы ограбить храм Тюра, но я недооценил силу запустения. А других живых ты тут видел? Бородатого, с татуировками. Только тот, кто передо мной. Спасибо за то, что отомстили за меня. Бестолку. Ну, не могут же они все знать что-то полезное. За мной, Атрей. Прости, я отвлекся. Царапины.
Что-то важное. Никогда не надейся на лучшее. От мертвецов толку мало. Откуда они берутся? Когда отсекаешь дух от плоти, срез не всегда бывает ровный. Ты уже встречал духов? Да, много. И каких? Назойливых.
еще раз. Не отвлекайся. Еще имя. Рота. Еще одна валькирия. Это не совпадение. Но кто вырезал их на светильниках Тюра? Чалим здесь? Fuck!